Собираем русло экипажа. С мальчишками вот футболисты включились. Девчонки тоже мусор собирали. Очень много накопилось за последние годы всякого мусора. Деревья, видите, колеса, бутылки, банки всякие. Все вычистим со временем. Если сегодня не получится все убрать, значит, в следующий раз будем убирать. Так что у нас хорошая перспектива по наведению порядка в нашем городе и прилегающих окрестностях. Победа будет за нами.